Вот, ребят, доверился плиточнику, знакомому, и мне тут накосячили. Вот почему я делаю ремонт по максимуму своими руками. Потому что, ну, нет у меня всех знакомых, на которых бы я мог бы положиться. Ну, к сожалению, нету. Либо они заняты, вот как было с плиткой. То есть реально люди заняты, одного, другого, третьего спросил, заняты. Ну, думаю, вот знакомому предложу, который живет недалеко. Ну вот, смотрите, помимо того, что я около 6 плиток переложу здесь. Вот, смотрите, да? Ну, это можно счесать, мне сказали. Есть специальный круг, можно счесать. Ну, здесь бывает, да, бывает иногда и у нормальных плиточников, что дырки. Это чаще всего бывает у унитаза. И вот еще здесь криво сделал. То есть 45 нормально запилил. Эту часть я сказал, сделаю нормально, ну, сделаю просто ровно. Стиральная машина будет, особо будет не видно, все, они за никого не будут так заходить, заглядывать. Видите, да? Вот так вот, ребят. Ну, не знаю, часть бы я сделал лучше, наверное бы, да, то есть вот систему выравнивания СВП, ну, а часть я просто не умею 45, он умеет, видите, то есть 45, в принципе, неплохо сделана подрезка. То есть где-то хорошо, но где-то вообще отвратительно. На ровном месте сделано отвратительно было. Плитка была пустая, простукивалась, вот в этом пришлось ее снимать. Так как я хотел всего сделать 5 плиток, а вышло 6, что надо делать. Теперь, как я переделал, прошло где-то 6 дней с первой части видео. В общем, переклеил плитку, вот, затер ее, поставил, видите, кнопка нормальная. Закрывает все, закрывает это технологическое отверстие. Также здесь тоже, что примечательно, эту плитку надо было вообще подрезать всего там пол сантиметра, а было прорезано 2 сантиметра. То есть излишек был просто. Ну, если бы плиточник вставил бы патрубок сливной с инсталляцией на унитаз, то ему было все понятно бы. Вот. Может быть, даже может вообще не надо было обрезать, потому что, ну, я сделал пол сантиметра буквально, обрезал плитку, и все было отлично. В общем, видите, да, как? То есть пол сантиметра как раз вот перекрывает. То есть где-то унитаз заходит на сантиметр, может быть, 12 миллиметров, вот так вот. Дальше поддон я переклеил, одну плитку разрезал, вот, и отшлифовал вот только что. Еще пыльно все, потому что сейчас я помою, ничего не видно не будет. Вот, отшлифовал с помощью специальной насадки. Вот, у Марьяна на видео, кто увидел. Вот, и получше. Сейчас это подзатру. Здесь вот, видите, остренький угол. Сейчас я его подзатру. И нормально будет. Дальше здесь тоже чуть-чуть подшлифовал. Вот. Ну, не так уже глаза бросается, но зато уже видно, что плитка немножко скруглена, да? Вот. И тут я впервые сделал под 45 плитку. Вот, ее-то нормально я приклеил, но сама ниша, конечно, вот, ребят, ну, с легкой натяжечкой такой, знаете, 3 с плюсом бы я себе поставил за нишу бы. Вот, за все остальное бы повыше бы себе поставил бы оценку. Но переделать всегда проще, да, чем делать с нуля. Тут я делал с нуля, вот, и был бы запас плитки, не было бы видно, не торчал бы вот этот вот торец, да. Был бы запас все, как бы. Но так везде было сделано, я уже делал эту плитку, уже делал под имеющиеся другие. Вот, ну, буду искать, не знаю, маркер белый, какую-нибудь затирку такую, знаете, как исправлять текст. Вот, может, ей замазать, не знаю, может, что-нибудь посоветуете. В общем, вот так вот. Некоторые еще затирка сыровата. В общем, сделал, и, в принципе, сейчас, если
Сейчас все еще попозже замажу эти ребра, то, в принципе, ну, не так уж и совсем плохо. Ну, это место не видовое, видовое сам санузел. То есть здесь будет ограниченное количество людей мыться. Вот, поэтому, в принципе, ну, может быть, для первого раза нормально. Тем более для себя, я же не кому-то делал за деньги, а себе. В общем, вот такой вот результат. В общем, надеюсь, вам видео понравилось. Жмите лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. До новых встреч. Пока.